В этом видео я расскажу и покажу, как работает вот такая вот камера муляж, либо камера обманка наружного видеонаблюдения. Она создана для того, чтобы создавать иллюзию охраны объекта охраняемого. Это может быть дом, склад, либо любой другой объект, на котором нет возможности либо недостаточно средств для установки полноценной системы видеонаблюдения. Можно создать иллюзию охраны при помощи вот такой вот недорогой достаточно пластиковой камеры, которая при своей незначительной цене оказывает достаточно сильный психологический эффект на грабителей. Камера является копией реально существующей модели. Все элементы достаточно качественно проработаны. То есть это касается и цветовой гаммы, и элементов крепления, и поворотного кронштейна. Здесь для большей уверенности вот есть такой вот кабелек, для того, чтобы создавалось впечатление, что камера действительно передает данные. Этот кабель уходит в кронштейн. Кронштейн прикручивается к стене и уже... Дальше непонятно, куда идет кабель. Ну, очевидно, что он должен уходить якобы в стену. Камера может быть зафиксирована на любой поверхности, на потолке, на стене, да, в общем, где угодно. На дереве можно ее поставить. Здесь у нас проработка, качественный объектив, видно вот посередине. Вокруг него имитация инфракрасных светодиодов ночной подсветки. Но это еще не все. Здесь также есть еще мигающий индикатор, который привлекает внимание злоумышленников и создает дополнительный эффект присутствия, как будто бы камера работает, ее заметно из-за этого издалека. То есть человек уже на подходе с достаточно большого расстояния может увидеть эту камеру и, соответственно, задуматься о своих планах. Так, батарейный отсек, крышка батарейного отсека закрывается. Вот так вот закрыли. Он находится в верхней части и закрывается козырьком, для того, чтобы никто не мог понять, что камера все-таки не является настоящей. Здесь есть рельсы, пазы. Так вот наезжает он, этот козырек на нее. Защищает попадание влаги, пыли и грязи в реальных камерах. Ну и здесь, естественно, это копия. Сделан для того, чтобы имитировать. Загорается такой вот индикатор, он мигает постоянно. От двух батареек, которые здесь установлены, у нас промигала такая камера примерно полгода. Вот. Поэтому батарейки менять можно редко. Достаточно эффективное решение при своей цене. Ей можно дополнить реально существующую систему видеонаблюдения, либо же купить несколько штук таких и установить их по периметру. С расстояния 2 метров, даже и ближе, уже практически невозможно определить, что эта камера является подделкой. Вот. Но зато в большинстве случаев, в 95%, человек, увидевший такую камеру, уже задумается о своих действиях и с большей долей вероятности покинет объект. На этом, в принципе, все. Ниже в описании к видео я оставил ссылочки, где можно заказать данную камеру. Подписывайтесь на мои видео. До новых встреч!